Сегодня вневедомственная охрана – это мобильное, технически организованное и оснащенное подразделение войск Национальной гвардии России, которому 29 октября исполняется 65 лет. В Якутске прошло торжественное заседание, посвященное этой знаменательной дате. Напомним, что в республике под наблюдением вневедомственной охраны находится более 5500 объектов. Всего трудятся порядка 800 сотрудников. Маршруты патрулирования разработаны с расчетом, чтобы даже к самому отдаленному объекту группа могла прибыть в течение нескольких минут. Значит, те задачи, которые ставит руководство Росгвардии, руководство нашей республики, руководство страны, это основные задачи, это охрана объектов, собственников, всех форм собственности. И приоритетная задача – это по охране имущества, личного имущества граждан. Квартиры, частные дома, гаражи, ну и товарно-материальные ценности –